Вы готовы? Я люблю удивляться. Все, пойдем, так я буду Как вы себя чувствуете? Замечательно. Здорово. Замечательно. А сразу, что вы только ради Венеры с вами мотивали. Она меня... Да, она... Именно меня сюда и привлекла к этому занятию. Здорово, образ жизни. Это здорово. Венера, надо просто... Дает? Надо что просто попробовать. Дает? Это дает желание жить. Это хороший тонус. Позитив жизни. А что ваши близкие думают? Вот дети, что вот муж ваш, что думает об этом занятии, хотя, в общем-то, он с нами. Так, пойдем мы еще кое-что сделаем, а потом дадим интервью. Это еще не все просто. Не надо, меня не надо. Нет, вас нет, вас нет. Я ни в коем случае. Нет, 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 вас не снимаем. Людочка, мы сейчас туда, и потом выйдем, дадим интервью, хорошо? Часть просто погружаться, а все потом уже остальное, то есть это уже как бы уже не обращаешь внимания, уже получаешь некую позитив такой хороший, хорошее настроение и все остальное здесь. Сложное в том, чтобы решиться на это. Да, решиться. Главное дойти до прорыва. Нет, как вам вот занятие выживанием помогло преодолеть болезнь? Занятие выживанием дает мне хорошее настроение. Когда есть хорошее настроение, человек не болеет. Все, этого достаточно здесь. Все, спасибо.